Если я не ошибаюсь, Подобедова и Рим сегодня впервые встречаются, да? Друг с другом. Да. Ждали все Светлану на домашнем чемпионате, но вот она его пропустила. Видимо, не успела подготовиться. Аккуратно. Берет первые попытки. 120 килограммов. Конечно, 120 килограммов это очень мало. Но олимпийская чемпионка 2012 года. Да. Молодец. Прям в нижней точке сидит и наслаждается тем, что у нее только что произошло. Да, очень легко. Ну, либо на этот же вес, на килограмм больше ей нужно будет поднимать. Ух ты! Нет. Нет. Я думал, это уже какое-то новое упражнение горшковое. Да, ну могла бы получиться красивая попытка, если бы все-таки сумела поднять. Ой-ой-ой, как бы не травма. Свело ногу, скорее всего. Прихрамывая, но сама уходит. Ну, сложно тут судить после такого повтора и только предполагать, что могло произойти с коленом, но... Нужно будет поднимать больше, 150. Смотри, откидывает просто ногу назад. На зубах, на зубах просто вытаскивает. Действительно, на зубах. Ну, вообще, конечно. Я Боже думаю, мой. Это последний подход кореянки на этом чемпионате. Ну. Да, олимпийская чемпионка Лондона показала свой характер. На одной ноге подняла буквально. Ну, я думаю, надо отказываться, конечно. Все-таки Олимпиада более значимый старт, чем чемпионат мира. И если сейчас усугубить это состояние, вот левое колено беспокоит. Видимо, как она страхует, не опирается. Это трактовали. И 155. Смотри, предположили мы, что не увидим Юн Сим. Это подход на второе место. Китаянка чуть далее будет второй. Слушай, я в шоке. Я просто в шоке. Серьезно, что вижу? Да. Пожалуйста, врачи, команды, тренеры, я не знаю, кто-нибудь, остановите все это. Да. Ну и самое обидное, что все-таки это не попытка на золото. Плохо. Вот, прошу прощения, я выключу микрофон сейчас. Давайте просто смотреть. Это попытка занять первое место в толчке и в сумме. Oh!
нет в этот раз. Нет, и закончила Рин Ян Сим свои соревнования на втором месте. Сумма 280. У нас уже все определено, кроме победителя в толчке. Пока Ольга Зубова лидирует. И сейчас будет попытка у китаянки Ю Кан. И в случае, если эта попытка будет успешной, то Ольга Зубова уезжает с этого чемпионата мира с серебряной медалью. Рин Ян Сим с бронзовой. Ну а вот по сумме упражнений уже ничего не поменяется. Ю Кан золото, Рин Ян Сим серебро и Ольга Зубова бронзовая медаль. На новые правила, по которым судятся сейчас. Да, итоговая таблица перед нами. И мы видим, что олимпийская чемпионка лишь четвертая вслед за Ольгой Зубовой. Та самая попытка на 156. По собственному весу проиграла Светлана Подобедова.